Военный комиссариат городов Одинцово, Звенигород и Краснознаменск Московской области приглашает граждан на службу в мобилизационном людском резерве. Контракт о пребывании в резерве заключается между гражданином и Министерством обороны Российской Федерации от имени государства. Об этом сообщил военный комиссар городов Одинцово, Звенигород и Краснознаменск Московской области Вячеслав Клявень. Мобилизационный людской резерв предполагает денежные выплаты в период прохождения сборов за само пребывание в резерве и по итогам года.